Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я нахожусь в районе Кестель. Здесь в хорошем комплексе продается 2 плюс 1 под ключ. Вот с таким видом на речку Дим, с видом на горы и на вот эту зелень, на эту природу. У нас производится очистка всей территории вдоль речки Дим. Мэрия наконец-то взялась. Даже кусты все вырыли. Вырывать, да. Так. Квартира средний этаж. Проект был сдан в 2016 году. В той стороне ресторанчик. Бассейн у нас в длину где-то 20 метров. Инфраструктура есть: сауна, хамам, фитнес, который работает, кажется, по субботам и по воскресеньям. Айдат 1200 лир. Расстояние отсюда до моря 750-810 метров максимум между ними. Большая зеленая территория. Здесь береговая линия вдоль речки с двух сторон. Километр максимум. Есть зона барбекю, вот каждые 20 метров, беседка, детская игровая площадка рядом. Глазами речка видна вот так, как вы сейчас видите. Горы тоже видны, как вы видите на данный момент. Тут есть калитка снизу. Вот здесь выходят. Отсюда можно прямо выйти к морю. Там подземный переход. Проходите мост и подземный переход к песчаному пляжу района Тосмо. Плавный вход и плит где-то от речки до отеля Grand Captain. 500 метров нету в море. За плиты зацепляться не будете. Зона отдыха. Всякие спортивные оборудования. Открыта парковка снаружи. Инфраструктуру я вам сейчас покажу. Это один из моих самых любимых районов вдоль речки Дим. Это та сторона и эта сторона. ВНЖ в этом районе невозможно получить. Район закрытый, Кестель. А в Тосморе, кто желает, обращайтесь. Есть квартиры, которые можно указать выше 200 тысяч долларов в ТАПУ, чтобы получить ВНЖ. А также есть у меня бюджетные варианты. В районе Махмутлар, Каркаджак, Кестель. Одна из хороших квартир на данный момент в моем портфеле. Огромный балкон, который можно застеклить. Средний этаж. Проект был сдан в 2016 году. Еще раз скажу, если не говорил. Здесь где-то у нас 13-14 квадратных метров вся полезная площадь у этого балкона. Панорамные окна. Юго-западная сторона. Высота потолка 275 сантиметров. Квартира продается под ключ. Кондиционер Samsung. Бытовая техника Hotpoint Ariston, холодильник, плита, вытяжка, посудомойка и духовка. 100 квадратных метров как минимум полезная площадь. Может быть 102, может быть 103. Прихожая. Первая спальня. Смотрю в сторону речки. Юго-запад. Это первый санузел. Большая душевая кабинка. Вейто проточный водонагреватель. Это вытяжка. Есть шум идет вытяжки. А стиральная машинка где? Да, стиральная машинка тоже Hotpoint Ariston. А плюс. Зеркальце.
Тут у нас вторая спальня, также второй санузел. Тут 15 квадратных метров полезная площадь. И с окна на соседнее здание. Это маловажно. И второй санузел без горшка, без унитаза. Форточка есть. Итак, вот такой хороший вариант. Показываю территорию. Лифт 3-4 человека вместимость. Состоит проект из нескольких блоков. Есть фитнес, сауна, хамам. Покажу бассейн. Тут фонтанчик. Летом работает. Вот фасад здания. Одна беседка в этой стороне. Одна беседка в той стороне. Зона барбекю. Также можете выйти. Тут муниципалитет Алании вот, установил беседочную зону каждые 20 метров от моста до вот где-то отсюда 230 метров. Где-то километр, короче, расстояние с двух сторон. И тут парк, и там парк. Сейчас вроде хотят сделать мост через речку, чтобы не переходить тот мост, откружиться. Оттуда зашли, отсюда можно будет в сторону Тосмора пройти и прогуляться. Как мне сказали, наверное, сделают. Фитнес. Рабочий. Тут у нас хамам. Работает в субботу. Так, хамам, есть еще теннисный стол. Ну, пока закрыто. Вот теннисный стол, хамам и сауна. И открытый парков снаружи. Рядом есть маркеты. Рядом есть сеть магазинов BIM, шагу доступно, и также маркет в той стороне реки Дим, в стороне Тосмора. Дорогие зрители, цена этой квартиры 175 тысяч евро, айда 1500 лир в месяц. Расстояние до моря максимум 750-810 метров до моря. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий. Кого интересует какая-нибудь недвижимость в Алании, заранее звоните, пишите, поможем с денежными переводами. Мы также компания занимаемся переводами, кроме недвижимости. Все, всем пока-пока.